back in ETV. Всем привет! С вами Balcony TV Санкт-Петербург. Меня зовут Аня. А у нас на террасе отеля «Три моста» группа «Кармуазин». Привет, ребята! Привет! Как дела? Отлично. Вы готовы нам что-нибудь исполнить? Да, целую песню. Что споете? «Тайм» про погоду. Настроим. Это то, что надо. Слушаем. Класс. А, скажи, пожалуйста, есть ли у группы «Кармуазин» какие-нибудь интересные истории, связанные с погодой? Да, однажды мы прошлое лето играли в шторм на Финском заливе, поэтому, в общем-то, не испугались прийти сюда и подождать. Прямо под дождем играли, и ветер. Ну да, прям сносило практически нас, мы играли сидя. Ничего не закоротило? Нет, публика сплотилась, и это был, пожалуй, один из самых лучших концертов. Как здорово. А расскажите, а как вам на балконе у нас играется, например? Очень уютно, и вот даже несмотря на то, что был ветер, вот сейчас он как-то даже стих, и будто бы играл вместе с нами, но где-то там. Да, ветер обычно нам подыгрывает здесь. Вообще лето, конечно, выдалось на погоду не очень, да? Да. Такое, прям очень петербургское. Здесь чаще, чем в других местах, говорят о погоде, я так думаю. Ну, еще в Англии, может быть. Может быть, да. У нас столько съемок накрылось этим летом. Каждую субботу мы просыпаемся и думаем, сейчас мы пойдем на съемку. И каждую субботу дождь стеной. В прошлый раз, да, мы как раз продолжили спать дальше. И мы продолжили. Что ж тут. Ну, ладно, будем надеяться, что еще впереди много у нас солнечных дней. И дождливых дней, и разных дней у нас впереди, будем надеяться, что еще много. Спасибо большое, ребят, что пришли. Спасибо отель «Три моста» за нашу дождливую площадку. И увидимся с вами скоро. Пока-пока. Пока.
back in ETV.